Густая девичья коса издавна считается лучшим украшением девушки. В нашем городе решили выяснить, кто из прекрасных жительниц Славянска на Кубани является обладательницей самой длинной косы. Для этого в городском доме культуры вот уже второй год подряд проходит конкурс «Славянская краса. Длинная коса». Возрождение духовных традиций русского народа в основе этого интересного конкурса. Ведь на Кубани, как и во всей России, длинные и здоровые волосы у девушек и женщин всегда были в большом почете. Каждая девушка славилась косой, чем больше коса, тем краше девица. Сейчас все меньше остается времени для ухода за длинными волосами, для заплетания кос. Но все же и ныне ни для кого не секрет, что самая модная прическа с давних времен – это коса, конечно же. 57 участниц продемонстрировали всю красоту своих волос. Самой младшей из них было 3 года, самой старшей – 80 лет. Косы славянских красавиц оценивались в трех основных номинациях. По длине, густоте и по оригинальности прически. Были две возрастные категории – до 14 и старше 15 лет. Строгое, но справедливое жюри очень тщательно оценивало каждую конкурсантку. В номинации «Самая длинная коса» среди участниц старше 15 лет победительницей стала Алена Архипова. Она совсем недавно переехала в наш город и была вне конкуренции. Длина ее косы – более 140 сантиметров. Выращиваю косы я с 12 лет. Да, есть секрет. Это моя мама. Она у меня парикмахер. Легкая рука. К другим парикмахерам ходила, волосы не растут. После нее очень хорошо. В номинации «Самая густая коса» первенствовала Марина Оганесян. А в старшей возрастной категории в номинации «Оригинальная коса» не было равных Софии Борисенковой. Я согласна. Красивая прическа должна очень много значить. В первую очередь, это натурально, это нравится другим людям. И это твоя гордость, ты понимаешь это. Естественно, тебе даже приятно просто ухаживать за своими волосами. В номинации «Кубанская краса» лидером стала жительница станицы Анастасиевской Оксана Курбанова. Она раскрыла секрет своих прекрасных волос. У нас в Анастасиевской замечательные мастера, которые шьют такие костюмы. Мы у них взяли в аренду, сделали такой фэмили-лук с дочкой с моей. А ухаживать за волосами, наверное, немного сложно. Но мы справляемся и народными методами, и современными методами. На конкурс Оксана приехала вместе с дочерью Маргаритой. В их семье чтят кубанские традиции и уверены, у каждой девушки должна быть длинная коса. И мне с мамой сделали очень красивую прическу. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе, и я рада, что мне выдали такую грамоту. Конкурс уже становится традиционным, и ему в нашем городе самое место, потому что здесь очень много привлекательных славянок с роскошными длинными косами. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».